Хотите, поделюсь наиболее простым и полезным вариантом морковки по-корейски? На 500 грамм натертой моркови я беру столовую ложку лимонного сока, пол чайной ложки соли, 3-4 столовые ложки сыродавленного маслица и обязательно 2 столовые ложки готовых специй для морковки по-корейски. После того, как все хорошенько перемешаем, я обязательно посыпаю проростками. Зимнее время – это основной источник витаминов. При прорастании витамины увеличиваются в семенах в 20-30 раз и своими ферментами помогают переваривать и другую пищу. Вот такая красота!